столкнулись с тем, что область вынуждена была расторгнуть договор с организацией, которая вела работы по благоустройству набережной и созданию пляжа. Проект для нас, с одной стороны, крайне важен, а с другой стороны, средства на него пришлось искать, ну, в очень сложных условиях, когда таких проектов в рамках программы просто нет. И хорошо то, что правительство Российской Федерации поддержало и пошло навстречу нашим обращениям. Но посмотрите, подрядчик при проведении торгов понизил стоимость работ почти на 70 миллионов. Работы проводились ни шатка, ни валка, из-за чего сроки уже на 4 месяца сдвинуты. В прошлом году отставание от графика было где-то до 2 месяцев. Все это может привести к чему? Либо к потере ресурсов, либо к снижению качества работ, потому что будут торопиться и делать все для того, чтобы завершить работу. Такое недопустимо. И хочется сказать, работа в органах власти требует ответственного отношения к делу, профессионализма, компетенции. Необходимо готовиться и к проведению конкурса. Необходимо анализировать участников, какие объекты они аналогичные строили. В этом случае меньше возможность нарваться на мошенников, проходимцев, которые хотят просто деньги получить и потом исчезнуть.